В Николаеве обыскивают службу автодорог. Оперативники СБУ, нацполиции и прокуратуры нагрянули также в офис одного из подрядчиков. Официально силовики ситуацию не комментируют, но источники в прокуратуре сообщают о том, что расследуют растраты бюджетных средств. Якобы руководство службы автодорог перечислило частному подрядчику 400 тысяч гривен за работы, которые не проводились. Речь идет о ремонте трассы Николаев-Очаков. Оперативники изъяли документы, задерживать никого не стали. В службе автодорог общаться с журналистами категорически отказались.